Выберите точку телепортации. Выбрана первая площадка. Выбрана вторая площадка.
Дезинфекционная камера готова к работе. Отказ основной системы. Система отключена. Резервные системы включены. Взорвите его! Ремонтники, срочно подойдите в третью камеру. Доктор Мартин Шульц, 7 августа 2145 года. Необходимо изменить процедуру работы телепортеров, чтобы быть уверенными, что система не включится, пока не будут правильно установлены все телепортационные нити. Сегодня в первой камере произошел несчастный случай. Погибла Сюзан, наша любимая лабораторная пикет. Она прыгнула на платформу во время настройки. Произошло короткое замыкание, система включилась. И Сьюзан разрезала пополам. Верхняя часть ее тела двигалась в точке выброса, а нижние конечности остались на платформе. Не понимаю, как подобная проблема не возникла раньше. Похоже, что оборудование сговорилось против нас и отказывается работать. Витрогер, по-моему, вообще не спит. Он проводит в лабораториях по 16 часов в сутки, пытаясь разобраться с навалившимися проблемами. Чего он добивается? Чтобы все остальные на его фоне выглядели бездельно. Выбрана третья площадка. Работу придется прерывать, конечно. Будем проверять и проверять журнал наблюдений, пока не выясним, что же в этой серии испытаний пошло не так. Доктор Мартин Шульц, хочу закончить. Надеюсь, в следующий раз мы выясним. Хань Лин, младший офис-менеджер. Запись от 20 октября 2145 года. Я думал, хуже уже не будет. Я ошибся. Ученые из Дельты послали сквозь портал очередную партию исследователей. В назначенное время группа не вернулась. По радио никто не отвечает. Системы слежения никого не видят. Боюсь, они мертвы. Да что там, люди? Потери наших ведущих технологий — это еще страшнее. Команда была вооружена новейшим оружием — БФГ. Мы боимся, что оружие попало в руки убийц.
Мы не знаем, кто или что находится за этим порталом, но пока не узнаем, куда делось оружие, предлагаю прекратить эксплуатацию портала. Спасибо, конец записи. Четвертая площадка. Дезинфекционная камера готова к работе. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Дезинфекция начата. Дезинфекция закончена. Всего доброго. Выбрана третья площадка. Thank you.
площадка. Никуда не приведет. Я заберу твою душу.